уже снимает. Ой, да. Ой. Ну, следующую партию засажена. Нагружает технику. Поэтому она и устанавливается. Понятно. А я, кстати, не помню. А здесь внизу что за шар? Вот это тоже какой-то аттракцион? Надо посмотреть, но обычно это декинг крат. Пауза. Это мы на колесе обзора. Ой, как она качает. Надо приблизить, да? Сейчас. Да, красивая ручка, красивая. Андреевская церковь. А теперь в эту сторону, да? Да. О, я уже почти аппликатуру знаю. Вчера красивее. Ну просто мы сегодня уже позже. Смотри, да. Как отражение отражается наше колесо. Ой! Ой! Вот внизу нас этот самокат ждет, если он не раздражен, конечно. Вот как раз ты на него смотришь. Да, вот наш самокатик. Может быть. Ну, если его никто не заберет, да. Если он не разряжен. А, не разряжен, да. Красота. Можем почти красота. На самую верхнюю точку. Ну, прикольно. Смотри, какое пространство я задействовал. Серега. Вот здесь можно танцевать. Да. Кстати, да. Вот на крыше можно совершенно спокойно танцевать. А у нас это, у Нацумина крыша организовывает концерты сейчас. Да? Ну там очень типа джаза. А как сделать так, чтобы меня было видно? Здесь можно так. Видишь, красивенько получается. Мы уже спускаемся, да? А сейчас мы вот как раз зависли на верхней точке. Почти. Вот еще с этой стороны. А там, точно на верхней точке. Это вокзал, что ли, да, светится? Нет. Вот тут. Нет, или что? В другой стороне. Это Рыбальский мост. А, это мост, точно. Рыбальский мост. Вокзал вон там. Похоже же все-таки. Да, у нас приблизительно вон там. Вот высоко как. Высоко. Ну мы сейчас вот ровно по центру находимся. То есть мы сейчас в максимальной точке. В соседней кабинке тоже? Ну, видишь. А, они чуть выше нас. На пару сантиметров ближе. Ну да, здесь не потанцуешь. Здесь. В площадке? Ага. Кто сказал? Кто сказал? Она катается, встречается. У нас есть такой аттракцион, называется «Милонга на кораблике». То есть да? не то, что аттракцион, то есть раньше на киевских фестивалях постоянно их организовывали. Ну, на кораблике еще ладно. Да? Да. А когда тебе волнует?